Так, ну начнем строить, создавать. Вот наши струтиамимы. Ну просто хвост опущенный к земле. В общем, что это за мод? В этом моде показаны старые реконструкции динозавров. То есть как они выглядели, ну, в начале развития науки палеонтологии. То есть современные динозавры — это уже результат плодотворных исследований скелетов и многочисленных находок динозавров. Кстати, окрас на дозавра ничего так неплохо выглядит. Чё ж вы все полежать-то лишили, во? Орнитомим, но по сути обычный этот дриозавр, измененный окрас. Вот его плацефал выглядит прикольно. Глаза четко прорисованы. Панцирь красиво раскрашен. Прикольно, мне нравится. Так, переходим к крупным травоядным. О, теперь динозавр там на четвереньках лазит. Это клево. Стегозавр выглядит потрясно. У него 8 шипов на хвосте. И такая толстая, мощная шея. Прям вообще до земли свисает. Анкилозавр тоже огромный просто. Окрашен, как его плацефал. Почти, только другой цвет. Резинозавры изобразили как большую черепаху, потому что первоначально его когти приняли за ребра черепахи. Видать, создатель мода решил поэкспериментировать. Вот трицератопс у нас. По сути, как и обычная модель, только немного удлиненная морда. А в остальном все то же самое. Так, ну и брахиозавр, разумеется. Клево, ребята всегда мне нравились. О, амфицилий. Бронтозавр. Траходон. Траходон. О, да. Критозавр. Гилозавр. Игуанозавр. Так, но амфицилий очень долго создаваться будет. Пока на бронтозавра посмотрим. Бронтозавр неплохо получился, кстати. Вот. Проходоны лежат над поверхностью земли, они левитируют. Клево, ребята. Критозавр. Гилозавр. Раньше гилозавры представляли вообще вот так вот
На четвереньках лазит, бегает. Здоровый варан, грубо говоря. О, игуанозавр. Это игуанодона первоначально таким представляли. Че, амфицилий вылез у нас? Практически. Моноклониус. Пахицефалозавр. Торозавр. Как видите, динозавров тут много. Аугатама. Игуанодон. Комсогнат. О! Вот и гиганты. Пахицефалозавр круто выглядит. Торозавр изменен только окрас, по-моему. А у Гатама прикольная вещь. Ну, животное прикольное вообще. Строение рогов мне нравится. О, игуанодон. Ну, козявка такая. Его из-за травы даже не видно. Практически. Дейноних. Велоцираптор. Стенонихозавр. Авираптор. Целур. Лелапс. Динонихи прикольные. Там вон велоцирапторы абсолютно такие же, только меньшего размера выходят. Они убили велоцираптора, нет! Он же такой милаха. Как его можно убивать? Ну, стенонихозавр, по сути, здесь это маленький галимимус. Ну, выглядит так. Лелапс. Какой-то мини-карнотавр, вот серьезно. О, авираптор. Где он? Он под водой? Что за фигня? Да, он под водой. Да, у него на носу рог. Раньше так считалось, что у меня на носу рог располагался. О, телофазавр. Крутяк. Горгозавр это
Это нечто, ребят. Барионик, спускай горбатый, но выглядит прикольно, по-моему. Даже круто, я бы сказал. О, погодите. Вот он, красавчик. Вот такого дела фазара мы заслуживаем. Скин хороший, а лапы сделали так, что он на четвереньках, наверное, бегать не может. В циротозавре ничего необычного, а вот спинозавра, да, раньше таким представляли. С обычной мордой. Не крокодилий. Испугался лозавра, слабак. В общем, как вы заметили, здесь появилось помимо растений еще камушки вот такие валяются, скальники. Изменился окрас строений помимо животных. Ну то есть вот они просто другого окраса. Так, ну тут все как обычно, да? Ой. О, это что-то новенькое. О. Загон с мезозавром, создаем мезозавра, и вот мы вам мезозавр. Ха-ха, прикольно. Только он не двигается, а просто тут валяется такой, да? Но все равно прикольно, придумали. Затея неплохая. Но мне кажется, в этой игре никогда не появятся морские или летающие организмы. Легче дождаться этого в Jurassic World Evolution. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы следить за выходом видео. С вами был Дарт. Оживите и процветайте. Увидимся в следующем видео. Всем пока.